9 марта 2018 года, 11 часов 21 минута, футбол, Англия. Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах признался, что хочет забить Манчестер Юнайтед и тем самым отличиться в матчах со всеми клубами из первой шестерки английской премьер-лиги. Салах уже забивал в ворота Манчестер Сити, Челси, Арсенала и Тоттенхэма, а игра с Манчестер Юнайтед состоится 10 марта. «Я помню, что в первой игре Дехе сделал классный сейв, не позволив мне забить. Можно сколько угодно готовиться к игре, анализировать игру голкипера, но забить Манчестер Юнайтед и лично Дехе всегда тяжело. Они остаются единственной командой из топ-6, кому я еще не забивал в этом сезоне, и я попробую это исправить», — цитирует египтянина Sky Sports. Салах пожертвовал 500 тысяч фунтов стерлингов детской онкологической больнице в Египте. Источник Sky Sports сообщить об ошибке. Комментарий 09 марта 2018 года.